Ежегодно миллионы животных совершают миграции в родные края. Но у некоторых это выходит лучше, чем у других. Я говорю, постойте, это не Нью-Йорк. А как проехать через всю Европу, не привлекая внимания? Что? Внимание! У нас в зале дикие животные! Мне нужен капитан Дюбуа из ветконтроля! Бедные зверы, они не уйдут от меня! Полиция! Что будем делать? С толпой не смешаться! Это тебе не Африка! Пустите нас! Быстрее, лезьте внутрь! Лезьте! Спасибо, но мы на следующий выйдем, мы вообще-то в Америку едем! Мама мия, мы тоже туда едем! Что? А нам с вами можно? Этот поезд только для цирковых животных. Так и мы из цирка. И что вы умеете? Та-та-та-ра-ра-ра-та в цирке, та-та-та-ра-ра-ра-та. Афра в цирке, афра в цирке, афра, пабла, 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 афра. Шутишь? Этим летом. Чтобы вернуться домой, мы придумаем номер, от которого у всех крышу снесет. Я на канате! Нет, мама! Нет. Дорога домой превратится в цирк. Прапор, поджигай. Вот теперь не жалко денег за билет. Шкуры свои спасаете, даже не надеетесь. Что ты делаешь? Зебры рулить не умеют, только люди и пингвины. Мадагаскар 3 от студии DreamWorks Animation 3D. Эй, это что, первый класс такой? А вам кто-нибудь говорил, что вы вылитая супермодель? О, вот это женщина!